аплодисменты. Просто браво. Я уже вижу перед собой главного кондитера России. Вот прям это моя мечта. Здравствуйте, меня зовут Олудола. Я приехал из Нигерии. Я живу в Москве уже почти 10 лет. Я приехал вообще учиться в России. Учился на нефтехимика и на международный бизнес MBA. И тортик — это мой хобби. Я уже занимаюсь это уже больше 3 лет. Сегодня я принес вам тортик по тему культуры Вьетнама. И у меня снаружи настоящий вьетнамский мужик. Вьетнамский мужик? С вьетнамской шляпой. И сидит на бакино. И тут еще самый известный фрукт из Вьетнама. Манго, банан и дракон фрукт. И у меня внутри тот ванильный бисквит. Какой бисквит? Ванильный. А, ванильный? Да. Крем-чиз и манго пюре. А кто делал? Я. Ну, серьезно? Серьезно. В принципе, все нравится. Спасибо. Давайте резать. Как правильно ваше имя? Улудола. Улудола, но кратко, просто Дола. Могу вас просто Дола назвать? Да, можно так. А разрез, кстати, очень крутой. Спасибо. Ну, это реально вы делали, да? Да. Я все равно чувствую здесь какой-то подвох. Я все равно до конца в это не верю. Попробуй это. А желтая начинка — это что? Это манго. Пюре. Пюре. Да. Ну, что-то вы с ним сделали. Да-да-да. Да-да-да, это что? Варю. И добавил пектин и сахар. Сахар и пектин. А до какой температуры уваривали? Или без градусника просто уварили? На глаз. На глаз. Чувствуется, вы все наши тонкости российской кондитерской промышленности знаете. У нас много делают на глаз. Ренат Лимарович, времени мало, бисквит не успеет пропитаться. Ну так сделайте молочную пропитку. Так молоко закончилось. Сухой бисквит до заказчика я не допущу. Спокойно, девочки, молоко скоро будет. Даже очень скоро, благодаря самокату. Сервису самой быстрой доставки качественных и натуральных продуктов. О, а вот и курьер. Да. Итак, делаем пропитку, девочки. С такой быстрой доставкой к приезду звездного гостя все сладкие шедевры будут готовы. Давайте, давайте, поторопимся. Шоу-кондитер уже давно стало международным, но представителей из Нигерии у нас еще не было, насколько я помню. Дола, это вкусно, действительно. Я сначала, когда только увидела разрез, подумала, что бисквит суховат. Трогая его вот отдельно, вот таким образом, это как будто булка. Ну, ага. Посмотри, булка. Булка, булка, да, булка. Но с кремом, с манго. Какой сочный манго. Так вот, я говорю да, потому что сочно, действительно очень вкусно. Вот, Оль, попробуй. Дола, честно говоря, когда я увидела ваш тортик, ваш декор, я переживала за вкус. Но я попробовала одну вилочку. Единственное замечание, мне бы хотелось немножечко повлажнее бисквит. А в целом я говорю вам да. Спасибо. Спасибо. Дола, ну вот очень реально интересно.